Твою мать, куда я падаю? Нет. Что же там такое? Нифига себе, что-то упало! Молодой человек, вы живы? Где? Алло, вы живы? Очнитесь! Да, очнитесь! Где очнитесь? Я? Вы кто такие? Какой год сейчас вообще? В смысле, какой год? Сейчас этот 2017-й? Вы что с вами стало? Вы что тут? А где? Что тут где, было? Где? Что это за планета? В смысле, где я вообще? Что это за улица? Да, улица, хорошая улица, Пушкина. Ой, все, мне надо бежать, у меня много дел. Куда бежать? Много... Молодой человек, ой, вы в таком состоянии не можете никуда бежать. Стойте, молодой человек. Давайте я вас дома у себя приучу, хотите? Какие-то, да мне, у меня там дела, вот, не жду. А что, что произошло вообще? Вы что, как, что почему все горит? Я на машине ехал, разбился просто, вот вообще улицы у вас тут очень вот такие. А машина где? Украли, паскуды! Чё у вас... Ой, чё у меня за... А чё у вас за криминальный район какой-то тут? Я только разбился, разбитую машину украли. Вы чё, вы ничего не видели? Я не знаю, я посмотрю, конечно, но давайте быстрее, но вы же ранены, быстрее, за мной! Проходите, идите, я... Подожди, я проверю, всё... Да, всё на месте, всё на месте. Ну ладно, быстрее, побежали ко мне домой, я вас прилечу, давайте. Ну быстрее. А чё у меня нога так болит? Первый раз за всю жизнь болит. Ложитесь быстрее на диван, ложитесь быстрее. А может я пойду лучше, меня вылечит там? Нет, я вас прилечу, ложитесь. Вот с котиками моими тут, ложитесь. Я посижу, я просто так немного. Я не поразбудите через 5 минут, я просто подремаю и свалю отсюда, у меня там много вот. Не-не-не, давайте, молодой человек, не надо тут такого вот вашего. Что, спите, утром с вами поговорим, только никуда не уходите, я дверь на замок закрываю. Все, давайте, спите, я тоже пошла спать. Арбуз. Охренеть, сколько я... Чё ты на меня пялишься, котяра? Сколько я спал вообще? Так, надо валить с этого дома как можно. Быстрее, конечно, надо облагородить вот эту хозяйку. И надо валить отсюда. Не должна... Она вообще не должна узнать, кто я такой, то что я Тор! И как вообще нахрен тут оказался? Как я вообще с неба свалился? Я вроде летел на задание, меня Старк отправил, потом что-то шандарахнуло в голову, я упал, ничего толком даже не помню. Офигеть. Так, главное не спалиться, то что я с другой планеты, что я вообще инопланетянин какой-то. Молодой человек! Вы уже проснулись, вам нельзя вставать! Я сижу вообще-то. И как вам спалось, рассказывайте? Да, хорошо. Мне уже намного лучше, гораздо лучше, я пойду. Не-н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 е. Вы никуда не пойдете. Я вообще-то доктор по образованию, ветеринар же, вот видите, у меня тут котики. Так доктор, ветеринар, это другие вещи, я вам не подопытный кролик какой-то. Все доктора вначале обучаются на одно и то же. Я как бы умею сказать первую помощь. Что сказать, там молот у вас. Может его вытащите, а то зачем я вам? Покажу я вам свой молот, отстаньте. Ладно, неважно. Вы нуждаетесь в лечении. Давайте я вас хотя бы покормлю. Давайте я покушаю. Может вам еще мое оружие показать? Которое мне... Ну нет, я вам ничего не покажу. Да, вот покушать. О, бекон. Можно я вот это покушать? Не-не-не, бекон это невкусно. Это для кошек. А что это кошек? Три кошки только в одной комнате. Что это такое? Ну я же говорю, я ветеринарша просто. Вот, люблю какой-то... Пойдемте, быстрее, пойдемте. Хорошо. Пойдемте. У меня, конечно, еда немножко спит. Ну ладно, вы сейчас... Пойдемте. Вот берите, вот тут рыбка, вот тут кушайте. Подождите, а что у вас тут? Вискас! Вот, да, посмотрите, вискас. Вот, смотрите, знаете, как делаете? Вот это... А это, ну, посмотрите! Вот, смотрите, вот берете, так кладете, вот так вот ложитесь, так вот. Подожди, вы сейчас вискас сожрали? Да. Так это же, как я знаю, я, конечно, вообще мало в вашей культуре разбираюсь. Но не факт! Это вроде еда для кошек, вискас вроде, да, вискас? Ну да, ну я просто говорю, я специфичную еду, я мне нравится вискас. Вы понимаете, то, что я в принципе рыбу не люблю, а вы еще тут мне даете еду для кошек. Заберите нахрен вообще это. Ну ладно, тогда можете бекон там здесь в зале, ну не понравилось, ну извините. Вообще, у вас тут все рыбой воняет, кошками, саниной.
Я пойду, я пойду. Мне уже намного лучше. Не-не-не-не-не-не. Чё нет-то? Не, вы да не уходите из дома. Можете так просто. Да хорошо, хорошо, я в туалет. Пойду, хорошо, что напомню. Вы тут меня подождите, я быстренько сейчас. Дверь у вас. А чё у вас тут такое? А, да там ничего, подождите, вы в туалет хотели. А, ну да. Так, подождите тут, я сейчас приду, я быстренько. Да, я тоже, я быстренько тут сделаю свои дела. Сейчас. Сейчас, так вот так. Так, все, я пришла. Так, жлоток для кошек. А чё вы сюда пипи делали? Ну я просто, я ветеринарша, как бы, да, я люблю жить как животное. Ой, что-то ещё хочется, говорите. Всё, хорошо, давайте, писайте, я вас подожду, давайте. Да у меня, на самом деле, даже желание пропало в туалет ваш идти, не хочу я в туалет. Я пошел, спасибо за поддержку, спасибо, я пойду. Ну стойте, вы хотели бекон, вы можете посидеть тут на диване со мной, покушать. Да нет, ну давайте, ну садитесь, ну не уходите, ну никуда вы, куда вы садитесь. А чё? Да все, у меня очень много дел, я вообще бизнесмен. Да. Блин, знаете, вот у меня в доме так жарко. Эх, вот такой дождик пошел. Какой дождик? Да не жарко у вас тут? Вот у меня на родине там вообще плюс 70, у вас тут вообще не жарко. Ну, плюс... Это где вы там живете? В Асгарде. Это где такой город? А, ну, Асгард, ну... Ну, далеко на самом деле отсюда, в Южной Европе, да. Вот, там плюс 70 вообще, там вообще. Ничего себе! Да. Капец, ну у нас все равно жарко, я не могу вообще, я уже вся вспотела, понимаете? Ничего, я еще... Сейчас, подождите, у меня прям предчувствие хорошее. Вот сейчас все будет, подождите. А вы не убегаете? Да не, вы что, я не такой, я сейчас вернусь, Ладно, ладно. Это что такое? Ну, я горю, я просто знал то, что дождик будет, я знал, вот я вышел и... О, как хорошо, уже не жарко, да, дождик идет. Да. О, как круто. Вот видите, я вам... Не, я вам не помог. Просто вот дождик, я пошел, я люблю под дождиком гулять. До свидания. Подождите. А как вас зовут вообще? Такое... Меня? Да. Тор, просто, сокращенно Тор. Тор. Тор? Тор. Торт, типа, да? Нет, Тор. А, Тор. Не Тор. А Тор! Да Тор! Запутали меня! Тор. Я поняла, все, вы пойдемте, ну под дождем стоять-то нельзя, ну пойдемте домой. Да я люблю. Да нельзя, ну давайте. Я не простыл, я не простыл. Хорошо, ну хорошо. Быстрее. Да зайду я. Пойдемте, вот уже как раз темнеет, пойдемте спать. Ой, хорошо, я иду. Все, пойдемте. Пойдемте. Пойдемте! Ладно. Вот вы ложитесь, вот наложитесь на мою кровать. Не, ну я лучше я тут посплю, я не хочу ваше место занимать, мне не, да, спите, я и так, мне нормально. А вы где будете? А у вас еще одна кровать есть, да? Да, еще одна, да. Хорошо. Да. Ну я посижу пока вот так. Не так. Да нет, давайте, вы ложитесь. Да как? Да я... Извините, я просто рука зачесалась, стукнул случайно вас, извините, не хотел. Ладно, чё-то хорошо. Просто вот захотелось. Да я все, спасибо. Ну все, давайте, спокойной ночи. Так, а чё вы со мной на кровати будете спать? Я не хочу. Я всегда так, я в ногах у всех сплю. В смысле в ногах спите? Вы с ума сошли? Я понимаю то, что у вас кошек дофига, вы набрались вот этих всех причуд, но как бы это уже чуть-чуть. Ну все, давайте спите, мяу-мяу, все, спите. Боже, ну только не мурчать посреди ночи. Не облизывать мне там ничего. Хорошо. Да я попал. Тихо там! Слезь с дивана! Ты проснулся! Что-то плохо спал, звуки страшные были какие-то посреди ночи. Так, хорошо. Каких страшных звуков никаких? Вот. Пятки все облизаны, мокрые. Это все Барсик, вот он облизывал. Ага. Так, да. Ну стой на месте. Чё? А чё это? Да, это просто маска. Маска это. Какая маска?
Да это моя маска, да для маскарадов, для баллов. И да чё? Ну отдай, ну отдай, моя маска. Каких баллов? Да это моя маска, ну отдай. Где она? Где? Вот сзади. Вот. Ты всё, не половись и не трогай. Апчи! Ой, не стоп. Будь здоров, будь здоров, будь здоров. Ой, что-то прям закошало. Так, хорошо. Все, да, пойдем. Спасибо тебе большое за то, что приютила. Где тут у вас выход? Не, выход не тут, выход не тут. Да что-то вечно дверь тут не закрываешь. Все, я проверю. Вот как, что там вообще непонятно, что у тебя тут творится? Да там вообще, там ничего нет. Пойдем, может, ты хотел уходить уже, да? Ну хорошо, пойдем. Ну иди! Выводи меня, выводи, да. Хорошо, пойдем, вот, пойдем туда. А ты куда? Ты куда? Я, ну стой! Так что, Тима, ну туда так. Так, сейчас ничего не вижу. Золото? Да, это. Ну у меня просто, понимаешь, наследство. Вот у меня куча золота. Вот, смотри, в сейфах еще очень много денег. Сейфы пустые! Так ничего. А откуда золото, если ты ветеринар? Не могу понять! Наследство, ты сейфы пустые, меня ограбили! Меня ограбили! А ну пойдем быстрее отсюда, быстрее, ну быстрее! Давай, пошли разбираться! Давай! Куда? Стой! Так, и где это? Тихо! Тут бандиты! Че? Да че, какие бандиты? Там бандит, подожди, Тор, подожди, смотри, сиди тут, вот, может наверху, подожди, пойдем, быстрее, пойдем, за мной, ну быстрее, да. Быстрее, вот сюда, вот здесь да сиди. Давай я помогу, да я с ними разберусь. Так, нет, ты еще это не окрепший, все, сиди здесь, я сейчас приду, просто сиди здесь, хорошо? Только никуда не уходи, все, тут сиди тут, хорошо, я сейчас. Хорошо. Так. Все, Тор, сиди здесь, я быстро! Иди сюда! Она женщина, кошка! Идите, падлы! Только помоги, Тор, помоги! Не справляюсь, помоги! Быстрее, быстрее! Жди, женщина, кошка, жди! Ты умеешь, да? Помоги, ну, ты заколебал, ну и так помоги мне! Подожди! Быстрее! Где-то что-то пошкода, ну! Давай, Тор, давай, фигачик! Да сколько вас тут паск! Лови молот! Ой, лови молот! Ты чё, совсем что ли? Дебил! Ты умеешь летать? Ой, да. Подожди, а ты женщина-кошка? Ну да, я. На тебя, прёткой, на тебя! Хара свой фетиш! А чё ты родился? Подожди, А я думал, то ж сколько кошек у тебя, она виска жрет, в лоток писает. А ты молнией стреляешься. Да это случайно было. Случайно было? Случайно. Ой, я тебе сейчас дам. Да хара свой, вот этот мазохизм свой, да не надо. Я тебе сейчас дам плеткой. Лови молот. Всё. Тор. Да. Ты с другой планеты? Так, ну как бы да! Узнал бы я то, что ты тоже герой супер! То б я вообще тебе сразу сказал да, и. Мы, конечно, да. Да, я знаю. Дурные вот эти все слухи о тебе ходят. То, что ты воруешь, людей убиваешь. Да не, это не про меня, это про какую-то другую женщину. Ну короче, это ты супер типа компашка. Кто я? Да, типа компашка, да? Какая компашка? Я вообще-то людей спасаю, ты их убиваешь наоборот. Не, я такого не делаю. Конечно. О, я даже не знаю. Ну мне надо идти, я говорю, я уже третий день тебя ночую, мне там Тони Старк задание дал. Я с тобой. Нет, все, давай, удачи тебе. Да в смысле удачи, куда ты? Ну мне надо на здание лететь, я же говорю. Все. До свидания. Куда? Я полетел. Подожди. Так, все, ты меня заколебала. Будешь хороший. Обещаешь исправиться. Мяу. Ну хорошо. Ну, конечно, от меня ничего не зависит. Сейчас мы пойдем к Сарку, он там посмотрит, брать тебя или нет. Давай. Успеешь за мной? Да. Давай.
Давай, давай! Ааа, как так быстро, я так не умею! Полетели, давай, давай! Подожди меня!